Hey, Red. Привет We're всем. Not gonna get away with this, are we? Начинается все так интересно. Кто не знает, это транзистор. Come on, pull. От создателей Man. Одной из интереснейших игр, которая, естественно, Запуск sort of. Называется. Значит. Продолжаю серию игр с лейтмотивом, так сказать, как это, игра для друга. Значит, играем мы за девушку, которая бегает вот с таким интересным мечом непонятным, которым она может помахать так интересненько. Вот, картинка что-то дергается, это странно, ну ладно. They want you back, I bet. So do I. Значит, девчушка наша умеет всякие комбики делать интересные. Nice. Вот. Okay, let's go. Живучая достаточно. Think I know where we are. Так что, как-то так. Играю я, кстати, геймпад. Купил все-таки себе этот разеровский, как он там, Сабертруд, по-моему, называется, да? Вот, Xbox-овый. Очень классненький, удобненький. Вот. Давайте. Так, наша девушка умеет делать вот такую фигню. Так называемую многоходовку. Вот нас учат. Удар. Отходим. Буква Б. Еще один удар. И выполняем план. Вот таким нехитрым образом мы, в принципе, будем разбираться со всеми, кто есть. Давайте сделаем такой вот. Два раза. Хоп. Хоп. Вот так вот. Интересненько будем разбираться с врагами. Ну окей. Hey, up there. По сюжету, насколько я понял, наша девчонка Ред, вот эта, да, она у нас певица бывшая. Вот. Что за меч? Я так слабо представляю, поэтому давайте-ка пойдем по сюжету, я не буду рассказывать, докуда я дошел. Вот. Надо сказать, что у нашей певицы пропал голос. Она не разговаривает. Ну, это, в общем-то, и слышно. Зато у нас разговаривает с нами меч. Туда мы пройти не можем. Так. Как бы так... Сюда. О, и сюда. Отличненько. Хоп. Хоп. Отличненько. Как и в любой подобной игрушке. Hi. Так, видите, okay? Убит человек. Но кубик это своего рода какая-то субстанция, не знаю, дух. Которая позволяет нам выучить новое имя. Видите, интересная такая штукенция. Вот. В общем, у нас есть разговаривающий меч. У нас есть какие-то умения. И у нас есть девчушка, которая умеет очень интересно играть. Драться. Так. So вот sorry, это мы на стене. They took your voice. I couldn't stop them. But we took something of theirs. Что по поводу геймпада? У него тут тую куча кнопок, с которыми я до сих пор не разобрался. Вот, у него есть несколько профилей. Yeah. Вот.
Вот этот товарищ мне не очень нравится. Потому что он после каждого удара пропадает. Вот. Еще кое-что интересное. Когда наш герой, она же героиня, умирает. Блин, чуть не попали мы. Когда она умирает, единственное, что происходит, это пропадает какая-то одна из наших способностей. Вот. Воу. Вот, поэтому... причем способность чисто рандомно пропадает. Это может быть и первая, и вторая, и четвертая, и третья. Вот, поэтому... Не советую я вам часто умирать, особенно если вы уже наоткрывали такие способности, без которых невозможно играть. А таких, к сожалению, будет очень много. Так, здесь у нас типа головоломка. Чтобы ее пройти, включаем вот это. Хоп. Хоп. И она как бы очень быстро так пробегает, что можно открыть сразу ворота. Окей. А еще один трупачок с еще одной квадратной душой. Вот. Честно говоря, я так и не понял, что это за мир пока. То ли это игра какая-то, то ли еще что-то. Вот. У нас есть быстрое перемещение. Вот. Ох, ё. Вот с этим, я помню, было долго ковырялся. Так, что мы делаем? Мы делаем удар. Мы делаем еще один удар. Потом мы уходим и кидаем в креночку. А потом давайте-ка еще раз уйдем. Оп, оп, оп. Ну, неплохо, неплохо. Так, дальше чё? Давайте-ка это... Эй, что-то лишнее дело. Так. Это лишнее. Неплохой комбо, да? Ну, у нас получается... 150, 240 удар. Ладно, давайте так попробуем. Кренчики. Воу-воу-воу-воу. Слишком быстро. Воу-воу. Так. Этих двух. Портируемся сюда. Кидаем. И... чуть дальше. Вот, нам надо эти клетки собирать, иначе они опять возрождаются. Вот, новый уровень получили. Так, после каждого получения уровня мы можем выбрать новую способность. Это у нас маскировка, это у нас... рикошет. Мне кажется, рикошет самое то. Мы его сейчас используем. Точнее, выучим его. Так, этот удар мы... Ага. Количество скачков 5. Давайте-ка попробуем его вот сюда присоединить. Это достаточно дальний удар. Я думаю, будет неплохо.
Значит, сейчас вам покажу. Здесь будут открываться достаточно много умений, и все они... Так, если... ну вот, да. А вот он, скачок. Его мы можем модернизировать, то, что мы сняли. Вот. И получается, что это будет использоваться вот этот как активный, а вот этот будет как пассивка. Ой, блин, случайно. That's more like it. Извините, еще не привык к джойстику. Вот. Но мы сделаем таким образом. Мы эту поставим сюда, как я и хотел. Так, как видите, тут несколько слотов улучшений, но пока у нас есть только первый. Так, дальность скачка, количество скачков, понятно. Сюда поставим этот, а сюда мы поставим этот. Вот, и таких улучшений, собственно, у нас будет достаточно. Так. Пошли. Okay, there's a... Wait. Back. Так, еще одна особенность. Наши враги, как и мы, улучшаемся. Вот он. Второй уровень. Вот он может шлепнуть так шлепнуть. Так что... Что мы делаем? Мы его, собственно... Точно так же, как и... Предыдущего атакуем. Так. 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 Ну давай попробуем. Вот их тут. Мама, не горюй. Так. 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 Ой, это я зря сделал. А за ходьбу, соответственно, тоже тратятся очки. Поэтому, в общем-то, будьте осторожны в этом плане. Наверное, не достаю, да. Да, давайте тогда... Телепортируемся сюда. Этого засранца ударим. И еще раз ударим. Чтобы мало не показалось. Here he comes. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Okay, it's on. Так. Кидаем. Стреляем. А музыка, конечно, ну, мне кажется, она отрывная. Мне такая не очень нравится, поэтому... Я бы какого-нибудь экшена добавил. Но... Экшена тут... я как понял, здесь можно использовать, кроме как... Кроме как... замедление своей способности, но я так и не понял. Так, это лишнее. Знаете. Маловато. Уйди, противный.
отлично. Но я пока не проследил взаимосвязи. Так. В первый раз меня тут шлепнули, но я как-то, видимо, приспособился к Джою, поэтому я так с удовольствием бегаю. Так. Ну давайте покатаемся на мотоцикле. Окей. E64 on-ramp. 5 blocks down. Take the second right. Do not turn left. Не поворачивай налево. Запомните эту фразу. Ну, я вспомнил, кстати, название игры Бастион. То есть, это вторая игра от создателя Бастион. Заметьте, что в первой игре, что во второй игре используются красные цвета для обозначения врагов. Ну и вообще каких-то вражеских таких структур. Вот, поэтому они мне как-то больше нацистов напоминают. Я не знаю, с чем это связано, может быть это как-то неправильно, но какой-то нацизм своеобразный. Бедный мотоцикл. Just 10 more blocks to the set. Так, ну поехали дальше. They beat us here. Тоже, видите, апгрейдится. Новые лучи. Еще и под защитой, ёксель-моксель. Так. Так. Многовато. Достреливает. Это хорошо. Пошли отсюда. Maybe not. Воу-воу-воу-воу. Уйди, уйди противник. Так, туда кидаем гренку. Сюда. Где это достанется? Сюда. И портируемся. Ох, их тут двое. Стоять! Так. Так. А, всё. Воу-воу-воу. Фу. Да, что-то я как-то слоупочу. Так, ранее, когда я играл в Watch Dogs, я говорил о том, что буду играть нечестно, но что-то вот в эту игрушку я играю честно, не знаю, с чем это связано. Так. Не души. Так, это я случайно не то нажал. Fertile ground. Так, РБ у нас вот это, да? Это типа радость. Never seen gold walk cleared out. Так. К этим фиговинам старайтесь почаще заходить. Потому что они нам. You got on the Camerata shortlist. More than just a name to them now. Как это нам позволяют изучать новые способности, то есть вот они улучшения, да, и как это взаимосвязь вот там допустим Crash and Beach, да, мы можем, если объединим, будет большая дальность, большая скорость. Crash and Down, да, у нас получается наносит урон мгновенно и может использоваться во время становления хода. То есть мы вот, как это,
можем вот эту вот использовать вот этот прыжок, да, вот во время восстановления, то есть прыгать. Крашишь спарк, да, выбрасывает несколько снарядов, которые наносят большой урон до близкой дистанции, то есть, ну, типа дробовика. А Crash and Beyond, да, получается, отскакивает от нескольких ближайших целей. То есть, ну, как бы, вот. А вот это вот вообще умение Crash, получается, это наша, как бы, стандартная редовская, да, вот. Вот, тут есть еще вот это, получается, Breach, или Breach, не знаю, как это назвать. Давайте почитаем. Типа, мы не знаем, чье это. Я предполагаю, что это, но пока говорить не буду. Сведения. Так, базу урон, дальность атаки 800. Опять-таки, смотрим. Значит, если уже, получается, Crash and Breach мы делали там дальность и урон, получается, и скорость, то если в обратном порядке, то это оглушает цель и делает уязвимой. Так, отскакивает от этих, от множества целей. Ну, в принципе, все то же самое, вот, но, как бы, с Крашем и Бричем у нас разные получается. А со всем остальным, в принципе, то же самое. Так, что у нас тут? Вот это получается. Вот, мы тетеньку спасли. Она нам предоставила другую возможность, то есть, вот, кидание вот этих гранат, так. Вот. Соответственно, со спарком, если смешаем, то, точнее, с бричем, то эта дальность увеличит скорость. В общем, так, можем кидать их во время движения и так далее. То есть, в общем-то, похоже. Что у нас с этим? Так, делает уязвимый, да? Так. Ну, в общем, в принципе, все понятно, все то же самое. Вот. Короче, читайте почаще. Это очень и очень помогает. Так, давайте в канал зайдем. Там, по-моему, будет достаточно сложный псевдобосс. Вот, поэтому, как бы, будьте осторожны. Вот он, засранец. Вот, видите, у меня получается отскок. На босса попадает сначала, а потом на червяка какого-то. Очень и очень хорошо. Так, нет, нам надо будет все-таки уйти от него. Так. Достреливать, то это хорошо. Так, и сюда портанемся тогда. Давайте-ка. Опа. Сразу нескольких мы... Ай-яй-яй-яй-яй! И шлепнули. Это очень и очень хорошо. Оп. Этих не получится за раз. Нет. Оп. Какая-то хрень. Бляха-муха. Они его еще и ремонтируют. Суки. Так, кого-то я сейчас там задену. Это будет тоже неплохо. Что-то как. Клетка. Иди сюда. Так. Так. Под защитой. Ах ты засраза. Так. Не достреливает. Еще останется 3 раза его шваркнуть.
червяки. Да уйди ты, трянь! Раз, два, три. ТП-шнуться не получится. Мы его. Неплохо. Давай, беги, 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 беги. О, да, отлично. Фух, тяжело было. Но, по-моему, это не все. Так, что у нас тут? Так. А вот это я тоже пока не понял. Краткий обзор событий. Северо-западная часть не Клауд Банк, по-прежнему назначен офлайн, идет расследование, самое тщательное разбирается за все. Давайте оставим комментарий. Yeah, I'll say. А что это мне напоминает? По-моему, точно такая же ситуация в... Как это? Активный гражданин. Сайтик. Так, что-то тут обновлено у нас. А, вот. It's Nyla. Everybody said she split after Goldwalk channel opened up. Ага. Видите, чем чаще мы используем тот или иной эффект, так сказать, вот зелененький, да, вот то, что галочка стоит. Вот, мы его используем как пассивку чаще, поэтому он у нас и прокачивается. А вот этот у нас, по идее, должен... Ой, не туда. Этим я чаще пользуюсь. Вот, видите, уже на 71 прокачалось. В общем, что-то-то это и дает. Пока я не так часто этим пользуюсь, поэтому... Не могу сказать, что да как. Вот, но я надеюсь, что этот вопрос я как-нибудь да и решу. Так. Так. Да. Так. Так. Давайте-ка портанемся сюда. Ударим по сорняку. И, возможно, еще до чего-нибудь да и прилетим. Сорняков надо сразу глушить, потому что они, видите, хилятся там. А это неприемлемо для нас. Так не должно быть. Так. И давайте еще сюда греночки. Опять решил похилиться. Фу-фу-фу, так делать. Так. Отличненько. Так, и там кто-то еще один остался, по-моему, да? Да, вот он. О, третий уровень, отличненько. Так, здесь надо подумать. В прошлый раз я выбрал вот это.
Оно не очень удобно в том плане, что нельзя убить врага. Поэтому мы возьмем это. Сейчас мы обновимся немножко. Так. И мы ее поставим урон вместе ударов, радиус взрыва, это классно. Максимальный урон увеличивает, радиус увеличивает. Давайте сюда его воткнем. Почему бы и нет? Ну-ка. Видите, она ударяет по кругу. Это очень хорошо. Это может быть замечательно. Ну что ж. Давайте-ка пока закончим. Вот, и попозже пойдем дальше по этому вопросу. Все, давайте, ребят, до встречи.